Болезнь века остается непобедимой, однако современная медицина постоянно развивается и ищет новые подходы в борьбе с онкологическими заболеваниями. Организованная Одинцовской областной больницей научно-практическая конференция – лучший способ обсудить наработки и поделиться опытом. Лектора, повышение уровня знаний в области онкологии, мы понимаем, нужно каждому врачу-онкологу не только Московской области, но и других регионов Российской Федерации. Конференция нашего уровня позволяет обучить любого, каждого, включая онлайн-трансляцию данной конференции. Очно и онлайн лучшие врачи Москвы и Подмосковья заслушали выступления в разных тематических блоках. Один блок будет посвящен радиологической помощи нашим пациентам онкологическим. Плюс блок анестезиологии и реанимации, это тоже впервые у нас будет, потому что для наших пациентов наркоз и послеоперационный период – это совершенно другая история и очень важная история. Кроме того, обсудили вопросы ранней диагностики заболеваний и важности эндоскопии. В программе и самое интересное, так называемая «живая медицина». Две операции провели ведущие специалисты. Они транслировались из больницы для широкой аудитории. Задать вопросы как очно, так и онлайн смогли все желающие. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».